привет. Сегодня 3 сентября, еду на озеро. Чего-нибудь половим. Первый заброс. Погода сегодня отличная. Пробуем наше рыбацкое счастье. Вот и первый полосатый разбойник сидит. Мелкий, конечно же, отпустим его. На паузе. Щука, наверное, попозже выйдет. Попробовал на джиг. Не хочет. Не крупный. Такой беленький. Опять ничего такой. Мелкий весь. Сейчас еще постою на этой точке, переплывем на другую, поищем, может, чего-то есть поинтересней. Вот такой товарищ. А, лапуля такой. Ладно, возьмем его. Вот, зацепил более-менее такого приятного товарища. Чуть-чуть побольше предыдущего. Упирается. Такой за веревку с этого борта примет. Такой спортивный. Все на креатуру. Вот на эту вот. От Crazy Fish. Но почему-то продажи таких нет. 9-й цвет. Пытался заказать. Нет, пока не могу найти. Как подцепил брюхо. Попробовал на джиг, не хочет клевать. Он поставил снова отводной, сразу же начались поклевки. Еще не успела приманка до дна дойти, вот была поклевка и отстрел. Щука. Это была щука. Пробуем, может, не сильно укололась. Тяну засранца. Щука срезала у меня. Мелкий. Крупного
нету. Да, вот такой джик-рик там идет. Пусть крупняк у меня долбит. Это уже вот. Опа. Я цепился у самого берега. Ну ничего. Хороший. Подзаживал. На копчушку пойдет. На Полариса плюнул такой ничегошный. Кого-то тащу. Да, на Поларис. Да, кого ничегошный. Так. Малявка. Вот кто-то подцепился такой. Неплохой, бойкий парень. На морковного Полариса. Посмотрим, кто там. Нет, на джик-рик. Хороший, хороший, хороший. Хороший артист. Вот такой. Вот такой красавчик. Вот, вот такой джик-рик сработал. Вот такой грамм весь. Паренек. На дальнем выбросе сразу поклевка. Проснулся. Засранец. Копчушку бы набрать сегодня, да хорошо бы было. Меленький такой. Креатуру опять. Сразу же поклевка. Коричневый цвет не нужен ему. Нужен карамел. Неплохой. Чистый отводной. А вы на отводной, да? Да, да, да. Получается, да? Ага. А что, резинка какая? А экшен пластик коричневая. Какая? А цвет? А, это как карамелька. Идет
такой. Вода холодная. 12 градусов вода. Неплохого зацепил. Головой трясет. На копчушку то самое то. Переехал. Еще одна хорошая поклевка неплохого товарища. Вот такой вот. О! О! Вот это красивый дядечка. О! Тоже, наверное, такой же пример. Нет, мелкий. Это есть. Неплох. Неплох. Бойкий. Заберем его тоже. Нельзя, надо приманку отправлять обратно, а то остынут они, ребятки. Все, рыбалочка состоялась, поехал домой, начинается дождик, рыбки половил. Ну, окунь. Щуки не было. Пытался щуку. Сегодня честно пытался. Джигом пробивал. Нет. Была одна поклевка на отводной. Срез щучий. А так все окунь. Ну и ладно. День, проведенный на рыбалке, счет жизни не идет. Рыбалка состоялась. И слава богу. Смотрите, подписывайтесь. Будут еще видео.
Думаю, поеду на Сухану, может и еще куда-нибудь. Если погода будет, поеду на Рыбинское. Сейчас пока погоды нет туда ехать. А так хочется, конечно, половить крупную щуку, но это будет в октябре. В октябре. Нет. Все, всем пока. И еще у нас грибалка. Вот такие красноголовички. Здесь у меня знакомый лесочек. Сейчас мы нарежем. Вот такой красавчик. Смотрите, какое чудо. Вот один. Вот второй. Третий и сразу четвертый. Красавчики. А вот еще. Вот еще один. Вот еще один. Вот еще один паренек спрятался. На жареху сегодня насобираю. Он прямо в яблоках спрятался. Вот от такой погодки сбежал. Успел даже грибочков подсобирать. Дождь идет. Конечно, рыбка клевать не хочет. Перемена погоды.